самый... Вот, начинайте. Ну, я, во-первых, всех приветствую. Гостей, друзей, коллег. По поводу открытия нашего сегодняшнего дня здоровья, зимнего дня здоровья. Мы его проводим 21 раз. Это уже срок, так сказать. И одновременно проводы русской зимы. Кстати, Сапало сегодня и в городе тоже идут такие же проводы зимы. Правда, вот мы там ехали, а на площади никого еще нет почему-то. В 9 часов обычно уже народу было выше крыши, а тут никого нет. Ну, в 9 часов уже накатались на лошадях, так сказать, стояли, кто-то стоял, так сказать. По традиции мы с вами проводим, раз зима, проводим, что проводим? Зимние виды спорта. Правильно. Значит, предварительно у нас было запланировано 5 команд. 5. Но оказалось 4. Команды, которые сейчас мы, так сказать, формируем, здесь сразу с фронтом, которые должны были подготовиться. Первая команда, это трудовые резервы, капитан команды Гайнутдинов Алик Гаремьянович. Где есть такой? Есть? Присутствую. Где команда? Есть. Так, поприветствуйте эту команду, дружно. Вторая команда, команда под названием «Лесоруб». И капитан команды Быков Михаил Сергеевич. Значит, третья команда. У нас, вы знаете, мы организовали в прошлом году школьную лесничество. Этому скоро уже будет год, так сказать. И ребята школьного лесничества сказали, мы свою команду выставим и выиграем, и займем первые места по всем видам спорта. Где у нас школьное лесничество? Капитан команды у нас Быков Данил, это сын Михаил Сергеевич. Ну, поскольку у нас детей здесь много, а все хотят участвовать, так сказать, поэтому мы как бы четвертую команду, тоже из детей, так сказать, чтобы наперевес было этой команде школьного лесничества. Ну, предварительно, значит, капитану команды общей, так сказать, всех детей, Третьяков Дима. Все Третьяков Дима. То есть у нас получается 4 команды. 2 взрослых, 2 детские, которые будут участвовать в всех соревнованиях. А сколько надо 5 команд человек? Ну, как минимум 3, максимум 5. Ну, команда. Да. Если организуете, проблем нет, но Вадим Анатольевичем здесь, моментально вас успехи. Не думайте, сами все названия команды, так сказать, будете участвовать. Так, соревнования, лыжные гонки. Значит, мы всегда с вами проводили на озере. Но у нас всегда мешал или ветер задует лыжню, или вода подтопит лыжню. Поэтому в этом году впервые мы лыжню сделали по лесу. Значит, вот здесь стоят машины, там мы поставили статуи. Значит, женщины и мужчины бегут километр 300. Хотя должно быть 2 километра. Потеряешь? Нет, там не потеряешь. Михаил Сергеевич организует, там все будет сделано. Для детей круг немножко поменьше. Получил 960 метров. Значит, трасса новая. Поэтому спереди там все деревья. Небольшие, так сказать, деревца, там есть небольшие пенечки. Поэтому, по крайней мере, не обращайте на это внимания. Поскольку это первый год трассы, я думаю, что мы ее освоим, на следующий год у нас будет все нормально. Значит, судьи на лыжных гонках у нас Михаил Сергеевич, Иван Дышев, Татьяна Ивановна. Я здесь. Два человека, которые судьи, которые прислуживают, которые судят все по-нормальному. Никаких допингов не должно быть, так? Второй вид соревнований называется тандемски. В переводе на русский это вдвоем на лыжи. То есть есть охотничьи лыжи, там два крепления, стоят два человека, мужчина и женщина. Значит, трасса подготовлена вот на этом футбольном поле для одной пары, для второй пары. Идут на время. Канат. Ну, канат – это традиционный вид спорта, так сказать, в котором участвуют все команды, так сказать. Вот, канат будем протягивать вот здесь, на этой дороге. Значит, и ответственный у нас за канат. Так, кто у нас за канат? Кирилл и Тамара Павловна. Сидорова Тамара Павловна и... Я! Кирилл.
и Кирилл Трифонов. Значит, традиционный вид спорта наш. Такого мало где проводят, так сказать, полка дров. Вот они лежат, дрова, и участвуют мужчины и женщины. Можно будет взять колон, так сказать, подойти, на время расколоть, на 8 частей сложить. Ну, поскольку зима, стоит лед, ловится рыба, значит, зимняя рыбалка. У рыбаков я понял, что у нас сегодня есть. Ну, я буду, но я не знаю. С кем соревноваться? Ну, уже два человека уже, так сказать, первое, второе место обеспечили. Да? Ну, все, тут поделили. Ну, тогда прекрасно. Значит, здесь у нас Андрей Давыдов. Слава, руку поднял. И Кузьмина Анна Владимировна тоже. Вот два человека, значит, на озере будет ограничено пространство четырьмя флажками. Ваша задача очень простая. Быстро пить на озеро. Посверлить 21 лунку. В течение минуты. В течение одной минуты мне подсказывает, так сказать. Вот, наловить как можно больше рыбы, так сказать. Значит, чтобы был самый большой улов. Первое, второе место будет обеспечено. Так, ну и традиционный вид спорта — это лазание вот на стол. Мы его не станем менять, так сказать. Он как бы стоит еще нормально у нас. Поэтому желающие все залазить на стол. 10 призов у нас. Соответственно, за это у нас Трифонов Кирилл, руку поднял, и Бубинов и Главного Кирилла. Главный руку поднял. Вот два человека будут судить, кто залезет на стол. Какой у нас приз самый хороший? Какой вы увидите? Барана. Корову. Корова стоит вот там за углом. Так, соревнования кольца бросит дартс. Ну, кольцеброс у нас вот здесь, дартс у нас тоже где-то здесь. Да, здесь у нас Егоркин, Михаил Владимирович, где она? Вот она. Ответственность, значит, здесь у нас участвуют женщины и дети, мужчины не участвуют. Ну и китайская игра для самых маленьких, тоже Егоркин, Михаил Владимирович, тоже, значит, призы и так далее, и так далее. Бум! Бум, мужчины, женщины и дети. Три места есть, так сказать. Ответственно, Хомутинин, Сергей Сереж, вот Хомутинин и Стародумцев Наталья Сергеевна. Так, где мы соревнуемся, Сереж? На котором? На этом и на том? Нет, на том. Где больше снега, да? Чтобы могли падать сразу снег. Значит, участвуют у нас тоже здесь мужчины, женщины, дети. Есть, где чему разбежаться. Вот все виды соревнований, которые считаны будут на наш сегодняшний день, так сказать. Далее, значит, у нас есть общекомандный приз. За первое место, за второе и за третье. Значит, в общекомандный приз входят лыжные гонки, как вы говорили. Значит, тандем-приз, полка дров и канат. Вот четыре вида, вот общекомандный приз. Ну, призы, я скажу, хорошие. Первое место 3000 рублей, второе 2000 рублей, третье 6000 рублей. Это есть за что побороться сегодня. Есть за что побороться. Так, какие-то вопросы ко мне есть? У участников, у судей? Значит, если вопросов никаких нет, значит, тогда мы через 10 минут начинаем лыжные гонки вот так отсюда. То есть лыжники переодеваются, обуваются. Первые у нас бегут мужчины, вторые бегут женщины, и третьи бегут дети. Все, на сборы, на лыжню.